Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. В рамках рабочей поездки в Дальнегорск, которая состоялась в пятницу 26 мая, губернатор края Олег Кожемяка посетил женскую консультацию, в которой недавно был завершен капитальный ремонт. Глава региона оценил качество проведенных работ. Подробности далее. Почти 25 миллионов рублей из краевого бюджета было направлено на ремонт отделения женской консультации. Подрядчиком выступал ООО «Дальпрогресс». На сегодняшний день работы уже приняты. Завершен монтаж сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляционной системы, а также смонтированы сети электроснабжения, пожарной сигнализации, выполнены внутренние работы, смонтирована кровля и заменены окна и двери. Здание готовится к вводу в эксплуатацию. Возле консультации губернатор края осмотрел и мобильные диагностические комплексы и реанимобиль, которые получила Дальнегорская центральная больница. Как подчеркнули сами медики, наличие таких машин имеет огромное стратегическое значение из-за того, что населенные пункты в городском округе находятся довольно далеко друг от друга. Внутри передвижных комплексов можно выполнять самые разные медицинские процедуры. Каждый из них – настоящая современная поликлиника на колесах. К примеру, реанимобиль оборудован кювезом для новорожденных и каталкой. В рентгенокомплексе есть маммограф и флюорограф. В мобильном диагностическом комплексе установлены гинекологическое кресло, приборы для измерения ЭКГ, забора крови и измерения глазного давления. Дальнегорская больница становится все лучше и лучше. Вот. Мы помним, несколько лет назад, когда приезжали сюда, и очень много было вопросов. В Одесской поликлинике очень много было вопросов непосредственно по стационару, по инфекционному отделению, по перинатальной службе. Не было нигде ремонта, были проблемы со средним персоналом, с врачами. Сейчас с каждым годом путем вливания средств, путем организованной работы средств администрации, центральной городской больницы Дальнегорска, мы видим, что ситуация выправляется. Во-первых, производится ремонт, завершается детской поликлиники, там идут доделки, и спрашивали его жителей, нравится система и возможности детям там провести время. То есть отработана система по регистратуре, сейчас В Дальнегорской центральной городской больнице глава региона посетил также инфекционное отделение, которое открылось в марте текущего года после капитального ремонта. На работы направили около 60 миллионов рублей. Здание утеплено внутри и снаружи. Помещения отделаны качественными панелями Унипрок, которые легко выдерживают воздействие медицинских дезинфектантов. На каждом этаже отделения по две душевые комнаты. Палаты индивидуальные или рассчитаны на маму с ребенком. Санузлом оборудована каждая из них. Есть точки для подключения концентраторов на случай развертывания реанимации. Работы хватает. Вот пациентами, да. Препараты тяжелых. Препараты, да, поступают. Раствор хватает, лечение. Лекарства есть. Угу. Ремонт сделали вам, да? Да. Спасибо. Очень рада. Здесь такой в подвальных условиях находились. Да. Особенно в ковид, когда был. Ну, пережили вы это. Да, очень сейчас как бы другая жизнь. На моих плечах все пошло. Да, спасибо. У нас начиналось и закончилось уже. Да, спасибо вам большое. Губернатор обратил внимание на то, что ведется большая работа по насыщению больницы необходимыми кадрами. Прямо сейчас в местном отделении Владивостокского базового медицинского колледжа проходит подготовку 60 медсестер и фельдшеров, а в планах увеличить набор в колледж на следующий год, расширить количество специальностей, в том числе обучать планируют и акушерскому делу. Глава региона заявил, что положительно смотрит на то, чтобы здесь на базе 9 классов ребята из Тернея, Ольги и Кавалерова могли получать среднее медицинское образование. Для этого будут отремонтированы здания и помещения и подготовлено общежитие. На эти цели будут выделены средства из краевого бюджета. И уже в сентябре 2024 года откроется расширенный набор.
Всего один день остался у дальнегорцев для того, чтобы выбрать объект, который будет благоустроен уже в следующем году. На платформе za.городсреда.ру отдать свой голос можно за сквер у памятника погибшим героям за освобождение Приморья и сквер у монумента героям-дальнегорцам. Всего в Приморском крае в своем выборе уже определились более 210 тысяч приморцев. Управление образования администрации Дальнегорского городского округа информирует население о начале выдачи путевок в дошкольные образовательные учреждения. С 1 по 30 июня с 14 до 17 часов ежедневно в рабочие дни можно получить путевку в детский сад. Предварительная запись по телефону 327-00 с 10 до 13 часов и с 14 до 16 часов. Учащиеся с 8 по 11 класс могут записаться на летний бесплатный интенсив «Код будущего» и освоить язык программирования Python. Обучение проходит на площадке компьютерной академии ТОП. Как сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Приморского края, у школьников есть еще 2 дня, чтобы зарегистрироваться на интенсив. Обучение оплачивает государство. Летние интенсивы – это прекрасная возможность получить современные навыки и знания в сфере IT, которые помогут в будущем определиться с профессией и поступить в вуз мечты. Обучение проходит в рамках курсов программирования для учащихся 8-11 классов «Код будущего». Зарегистрироваться на офлайн-программу «Python от кибербезопасности к кибервселенной» можно до конца мая на госуслугах. По всем вопросам следует обращаться в компьютерную академию ТОП по адресу: город Владивосток, Океанский проспект, 69, кабинет 410, или по телефону +7 951 201 88 56. +26 мая в гимназии «Исток» прошел выпускной для четвероклассников. На праздничном мероприятии побывала наша съемочная группа. Немало праздников проходит в начальной школе, но этот особенный. 26 мая в гимназии прошел выпускной в 4 классе. Этот праздник – прощание с начальной школой, который подводит итог важного периода школьной жизни. Торжественная обстановка, нарядные девочки и мальчики, взволнованные родители, атмосфера, трогающая за самое сердце. На торжественном мероприятии выступила директор школы Мария Смирнова. Она пожелала ребятам удачи на дальнейшем школьном пути и наградила ребят благодарственными письмами за отличные успехи в учебе и жизни школы. Дорогие четвероклассники, начальная школа позади, и теперь вам предстоит шагать по более сложной дороге. Но вы обязательно справитесь, ведь вы большие молодцы. И мы с гордостью смотрим на то, какими вы стали большими и ответственными. Впереди 5 класс. Перед вами стоят новые задачи, новые возможности. Но ничего не бойтесь. Я уверена, что у вас все получится. И сейчас я хотела бы наградить наших ребят. Похвальный лист вручается Панченко Алисе. Петруненко Анастасия. Стасюк Эмилия. И Линник Злати. Дорогие ребята, я желаю вам бесконечной удачи. Продолжайте радовать новыми успехами своих родителей и наш коллектив. Еще раз с праздником! Незаметно пролетели 4 школьных года. Окажется, что только вчера ребята пришли в 1 класс. Дети тщательно готовились к этому долгожданному мероприятию. На праздник были приглашены учителя и руководители школы, родители. Для них прозвучало много трогательных стихотворений и песен. Волновались, да.
Для учителей, родителей и детей это всегда особенно трогательное событие. Ребята говорили много теплых слов в адрес классного руководителя и педагогов, работавших с ними на протяжении 4 лет. А особенно трогательным подарком стал вальс выпускников. Выступали на празднике и родители. Они сказали много искренних и добрых слов в адрес учителей и своих детей. Дорогие наши педагоги, сердечно благодарим вас за воспитание наших детей. Начальная школа для ребенка – это первый шаг навстречу новой жизни. Первые старания и достижения, первые страхи и победы. Благодаря вам они уверенно идут к своей цели. С удовольствием учатся и с радостью придут в школу. Спасибо вам за вашу настойчивость, снисходительность, поддержку и понимание. Успехов вам, счастья и здоровья! Дорогие, поздравляем вас с преодолением первого и важного рубежа начальной школы. Желаем, чтобы полученные знания помогли в дальнейшем основании интересных наук. А пятерки и отличное настроение были вашими верными друзьями. В зале царила одновременно атмосфера радости и грусти. Радостно было, потому что выпускной вечер – это праздник, и первая ступенька образования уже позади. А грустные нотки ощущались, поскольку этот день прощания с начальной школой, со своей учительницей, со своей любимой партой и классом, где прожито 4 года. У многих были слезы на глазах, но впереди у ребят еще множество интересных школьных будней, море открытий и побед, новых друзей и ярких впечатлений. Но нельзя уговорить хоть раз часы свой замедлить ход.
Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами.